Буквально за 20 минут мы вместе с вами приготовили вот такой красивый нарядный салат под названием отпад. Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители и подписчики моего канала. В сегодняшнем видео готовим очень интересный, вкусный, необычный салат под названием отпад. Такой салат действительно понравится вам, вашим гостям. Советую приготовить его на новогодний или на рождественский стол. Сметется в считанные секунды. Давайте начнем его приготовление. Для салата понадобится блины 4 штучки, 5 куриных яиц отварных, 1 полная с горкой столовая ложка красной икры, 2 столовых ложки домашнего майонеза, 150 грамм крабовых палочек, а также небольшой пучок лука. Для начала возьмем глубокую миску, салатник. В салатник мелко нарубим перья лука. В салатник отправляем нарезанные перья лука. Теперь берем блины, сворачиваем их в рулон поплотнее, вот так, и нарезаем тонко-тонко, как можно тоньше. Именно с блинами этот салат получается нежным, вкусным, ароматным. А блины с икрой – это самое оно. В салате будет чувствоваться на все 100. Взъерошим буквально немножко блины и отправим их в салатник. Крабовые палочки нарезаем вот такими полосками, где-то по 0,5 сантиметра толщиной. Нарезанные крабовые палочки отправляем в салатник. Осталось нарезать только яйца. В данном салате используем только белки. Желтки нам не понадобятся, поэтому отделяем желтки от белков. Нарезаем белки. Сначала полосками, вот такими, а теперь полосочки разрезаем напополам, вот так. И отправляем все в салатник. Так проделываем со всеми белками. Салат практически готов. Теперь берем майонез, заправляем его майонезом, хорошо все размешиваем. И последний штрих, добавляем красную икру. Вмешиваем ее в салат. И салат готов. Икру мы вмешиваем аккуратно, чтобы не повредить ее оболочку. Как вы могли заметить, этот салат я не солю и не перчу. Все потому, что икра соленая, крабовые палочки тоже соленые или чуть-чуть подсоленные. Так что лишняя соль тут не нужна. Буквально за 20 минут мы вместе с вами приготовили вот такой красивый нарядный салат под названием отпад. Обязательно приготовьте и вы и напишите о своих впечатлениях мне в комментариях. А также напишите, какой салат любите готовить на праздники вы и ваша семья. Понравился мой салат? Жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. А также заходите на канал у Татьяны Инфо, где вы найдете много полезной информации для вас. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока!